Це боляче. Боляче і страшно бачити знищений рідний Маріуполь. Вони спочатку позбавили людей електрики, будь-якої інформації. Відібрали зв'язок, їжу та воду. Вони вбивали всіх. Поступово. А потім прийшли і роздавали хлібушек. І бомбардування одразу закінчилися. «Ми ж вас врятували», – казали вони. З'являється зв'язок, їжа, вода. Життя ніби налагоджується. Ніби. Я шукаю дорогу додому і шукаю себе по дорозі, бо розплющити очі не в змозі, наче сплю. Все, що було розірвано навпіл, все, що буде, не бачу крізь попіл. Де все моє святе і все те, що люблю? Смотри, а здесь когда-то жили люди? Конечно, здесь жизнь кипела. Я что, в Чернобыле, что ли? По-моему, Чернобыль, наверное, отдыхает. Люди, яким неприйнятно жити під триколором, вони намагалися різними шляхами їхати, бо це неприйнятно, або ще й небезпечно. Просто вийшли за хлібушком, підійшли, ну, просто мужчина в гражданському попросив паспорт, потім приїхала ФСБ в наручники. Качество процветає. Сусіду щось не понравилось, він пішов, написав комендатурі на тебе заявлення. Приїхали, мішок на голову і все. Люди розгублені, налякані. 5 утра прийшли, типу, флаги шукали, там таке, оружие. Я говорю, у мене немає ні оружия, нічого. Один флаг вдома лежить. Який флаг? В Маріуполі за любую українську символіку розстріл. Це не та тряпка, яка там висить. Брат поранений. Війна, самі розумієте. Як ти з'їхав? Що тут на цій ми вийшли, кажемо, що Маріуполь – це Україна. Это нужно остановить обязательно. Путина нужно остановить. Я хочу обратиться к матерям из России. Мой вам совет. Остановите свою оголделую военщину. За нашу свободу и покажем, что мы. Небо было все черное от их самолетов. Они были выкрашены в черный цвет с белыми крестами. А наши в хаке красили самолет. Это же самолеты были из фанеры, мягко говоря. Редко из дюраля. Вот. Легкие такие. И тем не менее они несли смерть. Бомбы. И вот после этой жуткой картины на следующий день пришли люди с центра Мариуполя и сказали, в город вошли фашисты. Все. Это было
7 октября 1941 года. Мне было 6 лет. Но, по-моему, на следующий день после оккупации мне было, ну, минимум 16. Я уже не была ребенком. Родители считали, что я ребенок. Я не была ребенком. Это была всепоглощающая тревога. Просыпался утром, я ребенок, я просыпалась, что-то хорошее приснилось. А здесь что, война? Страшно. Страшно. Не говоря уже о бомбежках, не говоря уже о нехватке продовольствия, полном отсутствии медицинской помощи, развалинам на улицах родного города, ну, это еще была война. Тогдашнее разрушение, я не перестаю повторять, это был мизер по сравнению с нынешними. Сила фугаса, та и эта. Мы же теперь цивилизованные, и у нас наука хорошо работает. И поэтому, что мы очень хорошо научились, это убивать. Маріуполь бомбили постійно, 24 години на добу. У людей, у деяких не витримувала чиста психіка. Люди розгублені, налякані, і взагалі люди спригували з 9-х поверхів, бо сходили з ума. Не через те, що там у них поранення, а через те, що... Багато було, так? Дуже багато, кожного дня. Кому маленький став? Це віччя і жах. От в чим чоловік виноват? Всю життя працювала, всю життя заробляла на цю квартиру. І як собака. І вона така і не одна. І де ще тут по дворам таке ж? Мальчик 8 років, сошов з ума ребенок. На руках у родителей. Вибиралися з дому, коли ударила в дом. Ребенок сошов з ума. Чим виноват этот ребенок, эти родители? А таких мільйон. А в завалах 5 дітей жінка лежать. За войну я столкнулась с таким количеством людей, которые такими сильными оказались. Ну, в общем. В общем, с одной стороны, война очень много горя приносит, а с другой стороны, она в людях раскрывает столько качеств, столько сильных людей вокруг, которые помогают. Просто не знаю. Вообще была тишина, было слышно, даже если комар бы пролетел. Почему такая тишина? Почему даже вдалеке разрывов не было? Просто раздался сразу взрыв. Мой папа и моя дочка, вот они стояли от меня в 20 сантиметрах. Они вот так смотрят на меня, говорят: «Таня, почему ты лежишь? Танюшка, все нормально. Танюшка, идем, идем. Танюшка, все будет хорошо». Но у меня уже как бы не было ноги. Мы ее уже больше не видели, ее куда-то отбросило. Я еще кричала папе: «Перевяжи ногу. Катя, беги к бабушке. У меня везите в больницу». Я еще всем отдавала указания. 8 марта меня ранили, сразу подбежали военные, приехала сразу скорая помощь за 2-3 минуты, железная, бронированная. Все хотели меня спасти. Почему? Я просто человек. Спокуха. Подставляем. Спокуха. Не нервничать. Меня привезли, положили на операционный стол. Я уже плохо видела, уже было очень темно, света же не было в Мариуполе, связи, воды, газа, ничего не было. Была абсолютно темная операционная, и они при мне включили там какой-то генератор или как, чтобы свет начал работать. И я поняла, что вокруг меня стоит, ну, как мне кажется, человек 9. Каждый делает свою какую-то работу. Один брал кровь на анализ, другой накладывал швы, третий срезал с меня одежду, пятый одевал маску. Я не знаю, просто...
со мной были папа и муж. Они мне столько давали поддержки, вы себе даже не представляете. Не жалости, а поддержки. Что? Вот я даже когда лежала в больнице, они были рядом. Я вот подумала, если бы убрать взрывы с фона... Я когда о них вспоминаю... Сейчас... Это были какие-то суперлюди для меня, и потом я мечтала только об одном, хотя бы увидеть, кто это и как они выглядят, и вообще они реальные люди или нет. Знаете, Тайру, она была в этом госпитале, она помогала мужу, отцу, пока они ждали меня с операцией, она их впустила в этот военный госпиталь. Там были женщины, они были сильнее мужчин. Несколько раз. Там были такие сильные женщины. Я даже не понимаю, откуда у них силы. Когда рядом горели здания или горели машины, чтобы огонь не перекинулся на то место, где сидят раненые, эти женщины выбегали и сами тушили огнетушителями эти здания и машины. Убивают детей, женщин, больницы переполнены. Мы все здесь на что? Это ж я не могу понять, это геноцид? На улицах города появились, значит, листовки или прокламации, как это назвать, что все евреи должны туда-то явиться. Там была, значит, организована такая фильтрационная команда, которая приходили евреи туда, записывали их, ну, регистрация, все. Вот. А мой дедушка по маме, он понимал, что так просто это не кончится. И ходил и настаивал, что, ну, его свать, чтобы он садил семью, пока у него то телега есть, и из города на восток. А тут дедушка, ой, такая нация, культурная, там каких только музыкантов и ученых. Ничего плохого не сделают. Он остался. И 20 октября их всех собрали. Ну, зарегистрировали те списки, которые есть, около 10 тысяч. Отвезли в район села Награбаза. Там перед этим нарыли окопы противотанковые, ну, чтобы Мариуполь защищать. Ну, их танки прошли другой стороной. А эти окопы были в помощь зондеркоманде немецкой. Ничего ведь не надо. Сбрасывай только тела. Поставили их, заставили раздеться. Люди уже поняли. Поэтому, и тем не менее, ни таких ярких сопротивлений не было. Все понимали, что я могу. А тут против меня рота с автоматами. Вот, раздели, подвели к бордюру окопа, и они падали друг на друга. И там все эти, моя родня, только с моей фамилией Борт, 38, они запечатлены в меня, записаны где-то внутри. Они все погибли. В Мариуполе погибло людей. Я даже не могу представить. Они 8 рядов лежат вверх. Один на одном, 8 рядов. И по 3, ну, поскольку их в ряд еще ложится. Но... Ты идешь, каждые 2 метра труп. Каждые 2 метра труп, их никто не убирал. Погибнуть можно было в любой момент. Вспоминаю просто и думаю, как я жив остался. Вот. Человек рядом 3 метра от меня лег, а я живой. И я не понимал. Эти люди уже не сходят ни в церковь помолиться. Вот вам и весна. Господи.
Были случаи в Мариуполе, когда русские уже зашли на районы, были случаи, они за пачку сигарет расстреливали. Поэтому жизнь человеческая на той стороне не стоит ничего. В Мариуполе был апокалипсис. Город разрушен на 85%. Все, загрузились. Детки мои родные. Артем, ты как? Я в боевом. Отлично. Мы начали заниматься эвакуацией людей с Мариуполя. Занимаемся и по сей день. Нашей команде вывести с Мариуполя удалось около 6 тысяч людей. А вот мы целый пасек загрузили людей. Забиты друг на друге стоят все. Это склад капелланского батальона, который называется «Мариуполь». Собираем продукты для людей, воду, еду, самое необходимое. Меня спасли от моих домов, от моих квартир, от моих двух квартир. Просто сожгли их, все. Меня спасли от моего брата. У меня брат погиб, ему оторвало ногу и захоронили в общей могиле. Где он похоронен, никто не знает. И теперь его найти, ну, нереально просто. Дружище, мы идем тебя спасать. Зачем спасать меня? Русские сами лезут на этот трезубец. Понимаете, трезубец Украины. Мы не пришли их убивать, это они пришли убивать нас. А теперь делают картинку, что они классные пацаны, что они сейчас все восстановят. Но я знаю, что они ничего не восстановят. Сейчас это танец на костях русской пропаганды. Во имя жизни Мариуполь. В сегодняшней программе прозвучат. Сюр, просто сюр. И это вот так вот не укладывается в голове. Вот моя квартира. Вот эти руины. Первокровенский дом 17. Он, как вы видите. Тут немного дома не хватает. Пролет. Все сгорело, я 50 лет все покупала, думаю, хоть на старте. Вот, теперь я вот тут вот скидаюсь, в подвале вот этой на земле. Грибок воняет. Эту ночь блохи закусали нас. Вы представляете, не умыться, никакой гигиены, ничего. Это люди, которые это не привезли, они это не поймут ничего. Подготовлены к сдаче первые дома, построили полностью с нуля жилые дома. Жильцы уже смогут заезжать и пользоваться полноценными квартирами. Вони там щасливі, вони відбудовують. Як вони можуть бути щасливими, коли декілька тисяч людей не існує? Померло, не існує. Не можуть це забути. Як вони можуть бути щасливими? Я думаю, що вони нещасливі дуже. Дуже нещасливі. Ну вот, а здесь от домов уже не осталось і сліда. Даже не вериться, що здесь совсем недавно, буквально дней 5 назад, стояв дом. Конечно, уже не жилой, но он здесь був. В Мариуполе большая часть из этих людей не получит жилье. Приходит комиссия и ставит дому вердикт, что он идет под снос 23-25 год. Эти люди, они до этого момента будут жить в своем разрушенном доме. Сказали, что эти квартиры будут давать только врачам и военным. Я занимаюсь волонтерством в Мариуполе. Да, ну так бы ожидалось.
сидеть в сгоревшем доме, жить в подвале и там тянуть буханку хлеба на неделю, ну, это жесть. А вот посмотрите, как живут люди. То есть вот, вот здесь вы живете? Да. Там как он? Кошмар. Кошмар 4 марта. То есть вы вот здесь прямо спите? Ну, здесь мамка спит, здесь Виктория спит, там Ленка со своим мужем спит. Кошмар. Гуманитарную помощь отменили. Она осталась для социально незащищенной группы. Это инвалиды, пенсионеры, дети до 3 лет. Эта очередь стоит на запись на гуманитарку. В данный момент уже записалось больше 1000 человек, и также люди еще стоят, ждут своей очереди на запись. Сейчас в Мариуполе люди, ну, пытаются жить дальше. Есть районы, которые до сих пор без вообще каких-либо благ цивилизации, без воды, без света, без газа. А в этом доме кто-нибудь сейчас живет или нет? Я. А в этом доме живете? И что, здесь можно... Даже и никуда не уходила при бомбежке, сидела здесь всю бомбежку. Я сидела со своим котом и Бога просила, чтобы помиловал наш дом и мою квартиру. Переселились? Обещали переселить к зиме, но не так, чтобы были отдельные квартиры, а будет как общежитие. Нас тут осталось человек, наверное, 15. Вот лифт. А вот 4-й этаж уже бомбили сюда. А вот это вот... Я вот сейчас буду варить это. Вот, видите, тут вот. Можете заснять. Картошечку в мундирах и яйца. Вот все. Теперь вот картошка как закипит, 20 минут, она уже готова. А мы как вот туземцы. Да. Ну, они нам обещают койко-место. Ну, сказали, посмотрят. А когда смотреть, когда уже прижмет холод и дожди пойдут. Вот что нас... Всех, которые тут живут, и всех нас вот это вот интересует. Один из самых разрушенных районов – это, конечно, Левый берег. Особенно все, что близко к Казахстану. Там очень-очень тихо, там даже животных нет. Они оттуда все или ушли, или погибли там же на месте. В центре вообще никакого движения нет. Включили светофор один, свет на район мы дать не можем. Можем включить светофор. Город пустой. Смотрите, никто вообще не ходит. Пятница вечер. Они ездят с флажками, они позаклеивали флажки украинские на номерах. Ну, то есть как будто бы вот так супер быстро переобулись. Сейчас из пропаганды это билборды. На них написано, что своих не бросаем. Россия здесь навсегда. По каналам, по пабликам можно видеть только то, что идут стройки, где-то дали свет, где-то дали газ. Вы практически не найдете чего-то плохого. Моя дитина ходила в українську школу, співала український гімн, вивчала українських героїв. Потім окупація, і вона, і ті ж самі вчителі кажуть, ніфіга, ми тепер живемо в іншій країні, наша країна тепер називається Росія. Дітки, завтра на ранок всі вивчили перші куплети приспів гімну Росії, так же, що воно зараз і є. Який урок головний я можу для себе вияснити? Що нема батьківщини, що нема цінності, і головна цінність життя – це пристосування. Це дядь Вова, наш місцевий авторитет. Він і до війни у нас веселив людей, і після війни зараз веселив. Дядя Вова – це така знаменитість маріупольська. Просто дарую радість людям, підстосовуються під обставини. Так, як і дають.
і отак розставляють, щоб було красиво. Але коли повернеться Україна, він так же легко візьме український прапор і буде розмахувати українським прапором і казати «Слава Україні». У мене немає сумнівів в тому. Просто це не той випадок, ну, коли там я можу засуджувати. Це все одно, що засуджувати дитину. Ви ж не будете засуджувати дитину? Здравствуйте, здравствуйте. Guten Morgen, guten Tag. Старший товарищ, каждый день такая история. Я надеюсь, что у нас будет достаточный объем энергии. Вот так живет и восстанавливается Мариуполь. Коли росіяни вошли у зруйноване місто і побачили зламаних, голодних людей, які декілька місяців не їли, які за ту буханець хліба дякували тим, хто зруйнував їх життя і їх місто. І тому мені здається, що психологічно маріупольці, на відміну від інших міст країни, вони були зламані. Ми залишились нищі. Вони почуваються в небезпеці, бо у них немає засобів до існування. А виїхати вони не можуть з особистих причин. З особистих. Я переживаю за свою безпечність. Тільки за те, що я допомагаю українцям як волонтер, я можу отримати якісь переслідування. Я боюсь умереть. Я війну осознала, що мені дуже хочеться жити. Нам не варто зараз наражати так на небезпеку, тому що все зроблять Збройні Сили України. Директива была очень серьезная у них, что с населением как можно больше строгости, чтобы оно там не устраивало каких-то акций. Вот. И никто с населением особо не считался. Правда, говорили, когда собирались, что Гитлер приедет в Мариуполь, ну тогда там пару дней помягче. Ничего хорошего, конечно. Не считались с этим населением. В смысле, считались, когда надо его уменьшить. Или сразу же после расстрела евреев была объявлена мобилизация на работу в Германию, в Рейх. Там всех мобилизовали на фронт, и нужны были рабочие руки. Начали вывозить в Германию с 14 лет. 14 лет. Девочка, мальчик. Ну, кто мог прятать? Кого хватали на облавах? Очень много народа у нас было вот так вывезено. Отправлялись эшелонами товарных вагонов. На перроне можно было увидеть дикие сцены, когда мать и дочь там кого-то берут, а кого-то нет. Они кричат, они... Да, это я насмотрелась. Я 2 года не видела уже ни маму, ни бабушку, и ни дедушку. Вот, а мной занимались совершенно чужие, посторонние люди. У одних неделю, у других месяц, а может быть и больше. Я шла по дороге жизни. Я была лишена общения. А мне нельзя было сидеть, играться открыто. Если меня прятали, то так, скрипнет дверь, лезть под кровать. Но иногда попадались семьи с детьми. Хозяйка куда-то вышла, а дети меня вытащили на улицу.
Ну и пришлось тогда в срочном порядке вызывать человека, который меня ночью на виселице в центре Мариуполя, сквер, возле драмтеатра. Возле драмтеатра выход туда, надо сад. Там стояла, считать уже умела, пять виселиц. На них висели. Вначале решила, что это кукла. Темно, ветер, скрипят. Значит, там веревки, я не знаю, на чем они висели. Вот. Я вижу, значит, ну, тогда женщины в брюках не ходили. Одну юбку и четыре пары. Я особенно присмотрелась к юбке. У нее были босые и почему-то черные ноги по цвету юбки. Я спросила у своего поводыря, это что, евреи? Но у меня было четкое понятие, если внизу, то евреи. Ну, вот, он сказал, да нет, евреи у них и веревки не стоят. В зале, если ребенок головой об заборную эту опору стукнул, и все. Так что это партизаны. Там целая куча всяких было постановлений. На столбах все это было. Этого нельзя, этого нельзя. И за все одна мера. Расстрел. Нарушил этот комендантский час. Расстрел. Что-то там вроде бы подозрение что-то украл. Расстрел. Ну, а если ты партизан, вопросов нет. Запытают в подвалах. Да. Я с Мариуполя. Народился в Мариуполе, вырос в Мариуполе, работал в Мариуполе. Ну, як и все жив, як обыкновенна людина, работал. Электромеханик я обыкновенный был. Пішов визволяти Маріуполь ще 14-го. Маріуполь вони взяли з усіх боків. Моїх друзів нікого нема живих. Хлопці. Скажу чесно, хто там воював герой? Треба кожного героя. Стояли до останнього. Ну не відступили. Маріуполь – це Україна. Супротив у Маріуполі є. Хлопці роблять своє діло. І ми робили потрошку, що могли. Після комендантської години ставили розтяжки. Були тротилові шашки. Коли знаємо, що гражданські вже не їздять, як вечір техніка йде їхня. В сторону на Запорізький напрямок. Ну, новенька йшла. Було де ховати. Все время їсти хотілося. А їжа була яка? Ну, що ми їли, уліток їли, що було? Що ловили? Особливо це, ну, улітки в кості, чесно. Равлики. Мені приходилося одному пересуватися, щоб, ну, водички принести, там, ще чогось. От, ходив з великою бородою, очки там на резиночки таке от, хромав, ну, якось. Невпізнаваємий був. Навіть знайомі мене проходили, не впізнавали. А так виживав. Жили, ну як жили, на кожний шорох з гранатою.
Виходиш, береш гранату, якщо хтось заходить, палець у кільце, і виходиш, ну, щоб не саму. Загинути, щоб не сам, а з ними разом. Оце ми готові були для цього. Але ми не знаємо точно, да, скільки тих людей, хто чекає Україну. І не дізнаємося, бо ніхто тобі таке не скаже. Це окремі протести окремих людей. І переважно цей спротив йде від молоді. Це дуже небезпечно для тих людей і для тих, хто просто сам по собі виходить, як той хлопець з прапором з театру, йому ж довелося виїжджати з Маріуполя, причому на нього напали не денерівці, на нього напали перехожі маріупольці. Люди бояться один одного і не висловлюють свої думки в голос. Навіть своїх сусідів бояться. Там не грають люди в благородство. Там люди виживають. Тукачество процвітає. Якогось колабранта там грохнули. Я навіть здалеку бачив, ну, догадувався, що наші, ну, вони уходили. До такої степені всі, ну, осторожні, що. Після цього починаються обвали, оці все йдуть. Виламують двері, виламують все, йдуть, все перевіряють, оркаці. До мене приходили, шукали. І не раз. Рідні мої постраждали. Всіх поіменно знають, навіть хто залажував. І хороші люди є, що допомагали, аби не вони, я б не вижив би, мабуть. В Маріуполі за любу українську символіку розстріл би. Коли просто у чоловіка знайшли на блокпосту ОБД, участник военных действий на Донбассе. И его просто сразу отвели в посадку. Ну, я бы слышал выстрелы, но я не видел, что с ним. Мы разгрузили уже сотни тонн продуктов. Масло, каши, сахар, все необходимое. 99% – это еда для цивильных людей, которые проживают в прифронтовых селах. Есть такое мнение, которое создавалось годами российской пропаганды, о том, что все эти люди, включая нас, мариупольцев, что мы якобы все ждали русских людей. Я снимаю видео со стариками, когда я приезжаю в прифронтовые села, и задаю вопрос, а ждете ли вы русских, как рассказывает пропаганда? Тварі вони, вони не люди. Вони тварі настоящі. Хіба можна так робити? Я як оце вдома що роблю, хлопці, їдьте городи політь. Чого ви сюди лізете? Вас тут ніхто не ждав. Ми жили своїм життям і будемо жити. Була Україна і буде. Стільки матів і стільки прокляття я не слышав в своїй житті, скільки люди із тих сіл матерят и ругают Путина и русский народ, который допустил, что они сегодня напали на нас. А настроение действительно там уже, ну, в 90%, а то и 99% это проукраинские. Люди ждут, когда выбьют врага. Те люди, с которыми мы общаемся, все говорят, жить там невозможно. Седьмого апреля, когда уже все здания больницы были разрушены, ночью зашли солдаты ДНРовские, сказали, что начинается эвакуация, все лежачие на носилке, вот, и просто начали нас выносить на носилку. Из всего отделения только мой папа был, ну, ходячий, мог ходить, все остальные были лежачие, больные. Вот. И он очень худенький у меня, слабенький, но... Ай. Каждое утро он ходил очень далеко за водой для всего отделения. Потом разводил костер. И готовил огромные ведра с едой, чтобы всех накормить. Давай, 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 давай. Так, иди.
Он даже хотел взять коляску-каталку и вывести меня из больницы под обстрелами. Он знал уже, какие мосты разрушены, где он будет меня нести на руках, где вести. Я побоялась, сказала, нет, я не уйду. Мне стало очень плохо. В Донецк меня привезли в кардиологическое отделение, начали обследовать и выяснили очень много заболеваний. И вот я захожу в палату, и лежат девушки из Донецка, ну, такие настоящие донечанки. Вот. И когда они узнали, что я из Украины, они просто думали, что я как заблудшая немножечко. Они очень дружно смеялись с меня, очень искренне. Они даже не злились на меня, а как бы, деточка, да успокойся, Украины нет, куда ты поедешь? Я находилась в Донецке около 2 месяцев. В Донецке, что еще хорошее, кстати, случилось, наверное, хорошее случилось в Донецке, мне обнаружили вот сложный мой онкодиагноз, который я от всех скрывала. Но у меня онкология 4-й стадии с метастазами множественными. Мне даже какой-то врач-онколог сказал, первое, что тебе нужно сделать, выехать в спокойное место, потом продолжать лечение. Я хочу пожить немного в очень спокойной обстановке, когда нет взрывов. Мы уехали из Донецка. Русские блокпосты задают много вопросов. Куда мы везем людей? Зачем мы это делаем? Почему мы не эвакуируем в Россию? Почему мы эвакуируем в Украину? Оккупация выглядит так, что каждый себе хозяин, кто с автоматом, ведет себя как скотина. Тот, который пришел убивать, тот, который пришел за деньгами, те, которые пришли не на свою землю, но чувствуют себя хозяевами. Нам помогают взятки. Русские берут взятки, и слава богу, что они их берут. Благодаря этому наши водители катаются. Намеками там, ты сегодня не проедешь. И ты начинаешь говорить ему, давай я сегодня проеду, но вот тебе там... Но он говорит, все, без проблем, становись в очередь, там, в колонну. И так вот проезжают наши водители. Дают 200-300 долларов. У нас были случаи, один водитель у нас пробыл в плену 3 дня. Слава богу, взяли взятку. И его отпустили. Другой водитель у нас пробыл 43 дня в плену. Сколько жизнь человека вашего волонтера стоило? 2000 долларов. Даже за одну спасенную жизнь человеческую, я думаю, это уже радует сердце. Я ж тоже хотел выехать, но военный билет потребен. А военный билет покажи, там и расстреляют. Я его закопал. Мариуполь, это страшное. Без фильтрации ты выйдешь, тебе сразу заберут, отправят. Там прессинг дуже великий. Она ж вышла единица. Из всех, кто был там, нас было много. Ну, в основном все загинули. Кто остался, была команда выходить. Я был безвести зниклый. Это меня только поставило статус, что я нашелся. Выехал 7 вересня. Добрые люди тебе помогли. Я выехал іншою людиною. Все. Когда мы выходили из Мариуполя, в эту блокаду, на последнем блокпосту блокадного Мариуполя, проверили документы, езжайте. И один, ну, я не знаю, за 50, такой важный товарищ, он спрашивает, вы что, и ту знаете блокаду? Ну, знаем. Он меня спросил, какая была страшнее, та ленинградская или мариупольская? Я подумала не очень долго и сказала, конечно, мариупольская.
и мы подъехали к следующему блокпосту, то я не сразу сообразила, что это уже Украина. А потом, когда до меня дошло, то был дичий восторг. Я не помню, что я делала. Кричала, что-то там скакала на машине. Опа, ага, все, папочка, сейчас дашь мне с моей костыли, давай сюда. Я вот снимаю. После увиденного ты гордишься с Украиной, вообще своей столицей. Мы всю жизнь просидели в Мариуполе. Дальше. Только война нас заставила выехать и посмотреть. И лошади, как будто там театр, Катя. Да. Устала? Все хорошо? На пирсе мы познакомились с мужем. На пирсе у нас почти все свидания каждый день происходили. На пирсе мы начали водить детей, когда они родились. 18 лет фразу. Да. Жизнь пролетела, не заметили уже как. Он мне нужен, понимаете? Мне без него будет плохо, мне будет трудно дышать. Она когда заболела, у меня как будто сердце оторвали. Да, немножечко. Если ей больно, мне тоже больно. Когда ей плохо, мне тоже плохо. Но я без нее не смогу. Хотя... Нет, сможешь. Я пам'ятаю, як її привезли. Була дуже важка ампутація. Стан у неї був такий шоковий, була страшенно перелякана. Ох ти, там які ракети страшні. Там мені, мабуть, на ракети не хочеться смотрети. У дворі госпіталю чоловік. Стоїть на місці, дуже холодно. Він каже, моя донька тут потрапила з пораненням. Церковь, колокола, для служба. Куча техніки. Оце вона? Да, я пізнаю. Привіт. Тайра. Так вона откуда на нас знає? Привіт. Я рада вас бачити. Ви помните нас, да? Я вас помню. А я не помню. А я вас помню. Муж вас помнит. А я вас помню. А как вы меня запомнили? Я... Спасибо, это вам. Спасибо. Боже, ну это вы зря, вот честно. Спасибо вам. Я вас вспоминала часть, да? Еще папа ваш замечательный, такой трогательный. Муж был весь собранный, такой перепуганный, но держался. Молодец. Сейчас все нормально у вас? Вообще все нормально, да. Протезик? Но протезик нет, у меня обнаружили онкологию 4-й степени. Да ладно? Да, очень все усугублено. Мы собираемся ехать за границу. Они мне все говорят, не что я уже одной ногой там, и уже прощайтесь, но я не верю, да. Да ладно, вот это все пережить, а потом вот... Да ладно, нет. Да для чего ты ж меня оставил? Ну что же? Меня врачи спасли. Можно с вами отбить одежду? Конечно. Сидели в Киеве, и встретили вот кого? Тайр встретили. Хорошо, что все мы живы. Ждем. Мариуполь был освобожден в 1943 году. С 8 по 10 сентября никого уже не было. В любом случае, это радость. В любом случае, это радость, когда город возвращается к своим истокам. Немцы сбежали, но что они сделали? Они когда уходили, они что могли, все сожгли. Все были на мотоциклах с колясками. Сели, покидали канистры с бензином, там, с керосином и на запад. И 3 дня где-то город фактически было полное безбашенное.
Ну, люди начали возвращаться. Перше, кого звільнять Маріуполь, що ти будеш робити, коли ти приїдеш в Маріуполь? Поховаю маму. Це перше, що я зроблю. Бо мама померла на Великдень 24 травня тут, вже в Дніпрі. І останнє, про що вона мене попросила, це поховати її в Маріуполі на Старокримському кладовищі поруч з її матусею. Я впевнений, що ми цю війну виграємо. Я піду звільняти своє місто, який би я не був. Хто за Україну, хай тримаються. А хто не за Україну, нехай готуються. Мені буде дуже жалко, що я не можу повернутися. Куди я можу повернутися? Це герої там будуть. І молоді, які можуть це винести. Я вже цього не винесу і повернутися не змогу. Але хоча б картинку оживаючого Маріуполя я можу, змогу побачити. Це викарбувано назавжди. І цей біль неможливо забути ніколи. Вже немає страху, є велике бажання жити. Ще дуже хочеться додому, хоча дому вже немає. Але вірю, ми все одно повернемось в наш Маріуполь. Всі разом. Бо має Надія домашню адресу, дивиться, не відриваючись в очі. Гріє мене, обійнятися хоче, біль розчинити в минулому часі. Моя жива, хоч поранена мрія, новою силою тут мироточить. Хоче злетіти, піднятися хоче, чайкою в небі над містом Марії. Чайкою в небі над містом Марії.